Приветствую вас, злость человека на вас является, по сути, переносом, является, по сути, переносом, переносом своей уязвленной гордости, своего уязвленного самолюбия мужского, да, на вас. То есть вы вот, когда его проигнорировали, мужчину, я имею в виду, вот, вы тем самым его уязвили очень сильно, вы его унизили, ну, как бы, да, по его мнению, вот, вы это сделали. И именно поэтому он смотрит на вас теперь вот так. Вот. Понимаете, какая история. То есть это, по сути, просто невозможность это, по сути, невозможность признать свое собственное поражение. Вот. А это значит, что у человека внутри есть определенный конфликт, определенная неуверенность, может быть даже страх, неудовлетворенность, нерешительность, вот, который он пытался за счет вас как-то компенсировать. И вы не позволили ему это сделать, у него, соответственно, началась защитная реакция. Вот и все. К сожалению, в некоторой степени это женское поведение. То есть, собственно, для женщин больше, типа, вот, ты меня отвергла, как ты могла, ты виновата, и так далее. Вот. То есть, насколько человек раньше вас идеализировал, насколько теперь он вас обесценивает. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ответьте себе на вопрос, почему вас это интересует. Желаю вам всего самого доброго и удачи.